Всем привет-привет, мои дорогие и любимые подписчики, гости моего канала. Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Кто со мной не знаком, меня зовут Марина. И сегодня я буду делать для вас расклад на тему «Что было, что есть, что будет». Давайте посмотрим ваши отношения с вашим мужчиной, что между вами было, что между вами есть сейчас, как видят карты Таро, эту ситуацию, и что, какие перспективы ближайшие также нам покажут высшие силы, что между вами будет, вернее, к чему сейчас все идет. Естественно, вы можете изменить все в любой момент. В любой момент вы сами рулевой своей судьбы. Когда девочки спрашивают в комментариях, пишут, вернее, сделайте, пожалуйста, расклад, а буду ли я с ним вместе, а женится ли он на мне или еще что-то в этом плане. Я всегда вам отвечаю, что мы не предсказываем будущее, не предсказываем. Мы просто смотрим, как складываются сейчас обстоятельства в вашей жизни и к чему это идет. А изменить вы всегда можете все в своей жизни сами. Смотрите, у нас вышли два аркана, аркан сила и шестерка кубка выскочили сами из колоды. В последнее время у меня постоянно выпрыгивают арканы из колоды. И интересно то, что эти арканы говорят о том, что в прошлом у вас было очень много страсти. Здесь и сексуальная страсть, и эмоциональная, и вообще по всем фронтам, во всех сферах ваших отношений. Скорее всего, эти отношения вас увлекли с очень-очень, с огромной силой. Покажу вам даже эти два аркана, потому что они прекрасны. Смотрите, этого гордого царя зверей вы прям укротили своей красотой, своей манящей сексуальностью, своей энергетикой очень яркой. Это то, что было. Почему было? Потому что у нас вышел аркан прошлого. В прошлом нам сразу же показали очень яркую страсть. То есть, по крайней мере, в прошлом это были очень яркие отношения. Сейчас посмотрим, как сейчас. Давайте, задумывайте, пожалуйста, вашего мужчину. И сейчас мы будем начинать расклад. Хотя уже комментарии прыгают из колоды. А вот общую энергетику ваших отношений нам сейчас продемонстрировали по аркану повешенный. Посмотрите внимательно на этот аркан. Что-то зависло, что-то как-то подвисло, что-то не решается, что-то не меняется в вашей истории. Может быть, некая ситуация. Кстати, у кого-то может быть пауза. По повешенному очень часто это бывает. Расставание, пауза. Но расставание, которое, по сути, является паузой. По аркану повешенной это так. Или же что-то не решается. Допустим, мужчина не может сделать выбор в вашу сторону, не может в чем-то определиться. Или же отношения как-то забуксовали у вас. В общем, есть некая ситуация подвисшая, зависшая. Что-то между вами зависло. И висит, да? Вот так, как аркан повешенный. Давайте теперь смотреть, какой ваш мужчина. Какой ваш мужчина? Аркан дьявол. Хо-хо-хо-хо-хо. Тут и доставать больше из колоды ничего не надо. Супер харизматичный человек. Человек, который постоянно находится на грани. То есть он как вот по лезвию ножа ходит. И причем всю свою жизнь, кстати. Очень тонкая грань в его жизни между добром и злом, светом и тьмой. Здесь мужчина очень часто находится в сделке со своей совестью. Это не значит, что он абсолютно бесчестный бандит и какой-нибудь мошенник или еще что-то. Вовсе нет. По аркану дьявол бывают очень даже приличные, респектабельные люди. Очень страстные, очень увлекающиеся. И, кстати, этот мужчина был бы счастлив, если бы вы вот в такой позе перед ним находились. То есть он бы повелевал, а вы бы подчинялись. У вас связаны руки, и вы ничего здесь делать не можете. Вы сидите в колено преклоненной позе перед ним, и он что захочет, то и сделает с вами. Может быть, у него даже вот такие фантазии, в том числе сексуальные. По аркану дьявола, кстати, мужчины очень часто переходят грани общественной морали в этом плане. Они такие очень задорные в этом отношении. В общем, тут можно очень-очень-очень много говорить. Но я думаю, вы поняли, смысл здесь понятен. И, кстати, здесь мужчина к вам очень сильно привязан, энергетически, сексуально, да, в любом, по-любому, так сказать, по любому направлению. Здесь мужчина очень сильно к вам привязан, он не может от вас оторваться. И, скорее всего, с вами такая же история. Так, теперь давайте смотреть. Даже не буду никакие другие арканы вытаскивать. Кстати, еще по аркану дьявол мужчины могут быть зависимости, пристрастия, которым он подвержен.
и ничего с этим поделать не может. Вот такой человек. Так, теперь давайте смотреть, что было в ваших отношениях. Как ваши отношения видят карты Таро в прошлом? Смотрите, и сразу двойка кубков. Здесь не только страсть, не только огромное притяжение было друг к другу. Здесь была любовь. Любовь была. Точно. Сейчас есть или нет, сложно сказать. В сочетании с арканом дьявол это просто дьявольски горячая любовь. Здесь было все. И страсть, и любовь, и радость, и слезы. Здесь было все вместе. Горячайший микс эмоций и чувств. Что было? Была любовь. Да, это двойка кубков. Вот вы пара. И вы в любви. Вы в эмоциях. И это очень взаимно. То есть здесь искренне, взаимно все это было. В прошлом нам это показывают. Как видят ваши отношения сейчас? Что между вами сейчас, высшие силы? Что между вами сейчас? У мужчины есть к вам чувства. Они никуда не делись, они никуда не ушли. Они есть. Вы просто должны знать, что как бы он себя ни проявлял, что бы между вами сейчас ни происходило, какая бы ситуация между вами ни была, он выходит королем кубков. Нам показали именно его. Вы должны знать, что эмоции к вам и чувства никуда не исчезли, никуда не пропали. Они остались. И в сочетании еще с арканом дьявола здесь, конечно, очень сильные эмоции и чувства, которые он даже контролировать не может. И это то, что сейчас между вами, и нам показали именно его. Нам сделали акцент именно на него. Скорее всего, может быть, вы сомневаетесь в его чувствах. Может быть, вы думаете, что он давно не любит, допустим, давно вы ему не нужны, так тоже же бывает. Нам говорят о том, что даже если вы в расставании, у этого мужчины чувства к вам, они не прошли, они есть. Не буду говорить о суперглубине, потому что король кубков это такой еще тот тип, которому не всегда доверять можно, еще и в сочетании с арканом дьявол. Здесь эдакий соблазнитель, который реально может соблазнить и покинуть. Но здесь не тот вариант. Здесь вариант такой, когда мужчина, даже если соблазнил, то он соблазнился и сам по полной. Здесь очень взаимно все было, сами видите, по арканам. Сейчас нам именно на него и указывают. Для части аудитории здесь может идти так, что в вашей истории сейчас может участвовать еще какой-то мужчина, или же он стоит у вас на пороге. То есть в ближайшее время может появиться еще один человек, который вас полюбит, с которым у вас возникнут романтические отношения, или же такой мужчина уже на вашем горизонте есть, или вообще конкретно есть в жизни вашей. Но вообще, в первую очередь, тем более у нас прямо напротив аркана дьявол вышел аркан, король кубков, это речь о том мужчине, на которого мы смотрим. И чувства, эмоции к вам сохранились. Как видят карты Таро, ваше ближайшее будущее, ваши ближайшие перспективы с этим мужчиной? К чему все идет у вас? Но здесь ни конца, ни края нет этой любви, этой страсти, этой привязки по аркану дьявол. Вы здесь оба вместе, просто вы сцеплены настолько такими круто замешанными энергиями, что даже на будущее у вас выходит аркан туз жезлов. Мало того, что это огромное сексуальное влечение, у нас, кстати, сегодня об этом прям расклад. И аркан сила, двойка кубков, аркан дьявол, аркан туз жезлов, все об этом идет. Очень сильное друг к другу влечение, притяжение. И это притяжение, и это вообще сфера вашей жизни, ваших отношений, именно интимные отношения, они очень важны для вас. Даже если вы никогда с этим мужчиной не были вместе, у вас интернет-роман, к примеру, значит, эта сексуальная энергия, она бьет через край просто. Ну вот что есть, то есть. И на будущее у вас показывают аркан туз жезлов. Как бы ни складывалась сейчас ситуация между вами, даже если вы в расставании и в глухой паузе, по тузу жезлов, посмотрите, вот он из-под земли выскочил прям, пробил земную кору. Настолько это яркая энергетика страсти, активных каких-то действий, чего-то такого очень яркого, интересного, прекрасного. И этот туз, посмотрите, он цветет шикарными, волшебно красивыми цветами. Что между вами идет на будущее? Всплеск страсти, всплеск эмоций, они между вами и есть. Опять новый всплеск каких-то горячих, обжигающих горячих энергий. Так что, если вы даже в расставании с этим мужчиной, то об окончательном расставании по этому раскладу нет никакой речи. Несмотря на то, что, смотрите, в глаза бросился аркан тройка мечей, у кого-то здесь могут быть сейчас отношения осложнены,
по тройке мечей душевная боль, переживание, может быть, треугольник. Кому-то здесь указывают на то, что если треугольник, то тогда, конечно, понятны горячие энергии и позитивные не очень. Но здесь даже на будущее как раз цвет, новый импульс. То есть, если вы с этим мужчиной по аркану повешенный, у нас выходил повешенный, зависли в чем-то, значит, будет оживление, значит, будет новый импульс, новое движение вперед. Если же вы с этим мужчиной в расставании или на паузе, значит, ну вот-вот он, туз жезлов, значит, будет новая инициатива и новое начало. Хотите вы этого или нет, не хотите, вы вольны завершить полностью и не продолжать это. Если же вы этого страстно хотите, то нам показывают, что он этого хочет так же страстно, и, соответственно, это будет. А, ух ты, какой у нас сегодня расклад интересный получается. Так, ну что ж, хорошо. Давайте тогда спросим о его чувствах. Какие чувства лично он к вам испытывал в прошлом? Понятно, что у вас была взаимная любовь. Еще что? С его стороны что было? О, девочки, ну он тут по полной получал ваш ресурс. Ваша любовь. Ему так нравилось, что вы дарите ему эту энергию, свою любви, свои эмоции, свои какие-то слова ему хорошие говорите. Что вы просто вот делитесь с ним всем от всей своей души. Открываете ему душу, что вы как щедрый меценат очень много даете ему. И он видел ваши отношения, кстати, очень полноценными, очень такими яркими, глубокими. И когда оба партнера в них вкладываются, он считает, что он тоже вкладывался. Не знаю, так это было на самом деле или нет, но он так считает, что вы вкладывались с ним одинаково в эти отношения. И смотрите, он стоял, что просил у вас, да, ручки к вам протянул, дай мне твоей энергии, твоей любви, и вы давали ему всегда это. Он понимает, что вы очень щедрый человек во всех отношениях, и душевно, и материально вы щедрый человек. Так что вдобавку к двойке кубков, что здесь были чувства, он еще и вот такие вот эмоции и чувства к вам испытывал по аркану шестерка пентаклей. Понимал, что вы настоящий подарок в его жизни. А вы какие чувства к нему испытывали в прошлом еще, помимо двойки кубков? Ну, смотрите, вы испытывали какую-то душевную боль. То есть не все было у вас гладко, не все было хорошо. Была любовь, были очень яркие эмоции, были всплески эмоций, которые кружили вам голову, бабочки в животе, все это было. Страсть огромная, просто всепоглощающая. Но у вас здесь ложка дегтя, конкретно это тройка мечей. Очень быстро, скорее всего, пришли такие энергии по тройке мечей. Не дай бог, кто-то вклинился в ваши отношения, например, потому что так бывает по тройке мечей, не зря она второй раз у нас уже сейчас проявляется в этом раскладе. То есть здесь у вас была и любовь, и радость, и в то же время печаль и слезы. Все здесь было. Достаточно, скорее всего, быстро проявились эти энергии. Или же с самого начала вас эта карусель вся закрутила, а потом что-то стало происходить в ваших отношениях. Что на данный момент мужчина испытывает к вам? На данный момент. Вот он и есть аркан повешенный. Все зависло, все повисло, все остановилось, и он сам не знает, что он чувствует и что будет дальше. Ему нужен период какой-то для этого мужчины, чтобы отвисеться в этом положении, для того, чтобы что-то для себя решить. То есть, как будто все встало на стоп. Сейчас все зависло, все остановилось. Это то, что с его стороны. Что вы сейчас чувствуете к этому мужчине? Понимаете, что он в вашей жизни пришел как будто... очень часто выходит в наших раскладах этот аркан, причем на таких позициях очень похожих. Вы как будто понимаете, что он пришел вас или казнить, или помиловать, действительно, или наградить, или наказать за что-то. Как будто вот правда этот человек и награда вам с небес, и наказание в чем-то. Но на самом деле здесь не о наказании идет речь, а о том, что этот мужчина, и вы понимаете прекрасно сейчас, принес в вашу жизнь очень ценный опыт. Какие чувства к вам, аркан, страшный суд? Вы понимаете, что этот мужчина вам дан не просто не зря, а для того, чтобы вы стали мудрее, умнее, для того, чтобы вы прошли свои кармические уроки. Вот сейчас у вас пришло осознание этого. Именно поэтому у вас и были вот такие арканы. Мужчина как-то спокойнее и более, может, даже где-то ровнее относился
к вам и сейчас, в принципе, то же самое. А у вас были прям всплески конкретные. И любви, и наоборот совсем, и радости, и слез. В общем, все это было... Вас вот так колбасило в этих отношениях не зря. Сейчас вы это понимаете. На ближайшие перспективы он наконец-то выйдет из этого аркана повешенный. По чувствам, что нам покажут карты. К чему мы идем? Он идет к чему? У него придет осознание. Вообще, кто вы в его жизни? Четкое, ясное осознание. Это аркан и иерофант. Очень многих здесь мужчина поймет, что вы главный человек в его жизни. Здесь очень многих мужчина может вообще прийти к вам даже с предложением руки и сердца. Или же с, допустим, с предложением ваши отношения наладить, если у вас что-то произошло. Это прекраснейший аркан. И на чувства гораздо более глубокие, чем какие-то кубковые арканы. Это аркан духовности. Это аркан глубинного понимания сути вещей. То есть этот человек очень многое для себя осознает. Так же, как вы понимаете, что это кармические отношения, он поймет это в будущем. И что вы его, по сути, учитель. Так что вот так, здесь такой аркан. А вы что должны понять в итоге? Да какие чувства у вас на будущее? Семерка кубков. Чувства и эмоции не уйдут. Но как-то знаете, что по этому аркану? Вы во многом находитесь, пребываете в своем каком-то мире иллюзий и самообмана. Вы очень многое не видите реально в отношении этого мужчины. И несмотря на то, что уроки вы здесь очень важные с ним прошли, все-таки вы продолжаете находиться в этом мире иллюзий. И на будущее нам показывают такие же энергии. Вам здесь нужно все-таки более реалистично посмотреть на мужчину, на ваши отношения, сделать окончательные какие-то выводы для себя. Мне показывают, что мир иллюзий вас не отпускает. Все равно эти иллюзии с вами останутся. Еще и на будущее. Но и эмоции к этому мужчине тоже останутся. На ближайшие перспективы. Ну, теперь давайте посмотрим. Совет вам. На что вам нужно обратить внимание? Каждый расклад мы берем совет для вас. На что вам нужно обратить внимание сейчас? Пара кубков. Вполне возможно, что вам нужно обратить внимание на то, что... Даже если вы очень любите этого мужчину, на то, что есть другие мужчины в мире, и очень неплохо было бы с ними пообщаться, принять их знаки внимания. И вообще, даже, я не побоюсь этого слова, возможно, если вы уже решили с этим мужчиной закрыть, допустим, отношения, прям позволить этой энергетике новых отношений, нового общения хотя бы, в вашу жизнь войти. Не закрываться от других мужчин, понимать, что есть другие мужчины и гораздо более достойные. То, что это ваш кармический партнер, мы уже поняли. И каким бы он ни был, хоть он и вышел по аркану дьявол, вы не могли его миновать, и вы обязательно должны были этот путь пройти с ним. Но не закрывайтесь от мира, пожалуйста, не закрывайтесь от эмоций. Может быть, даже от флирта с другими, от общения с другими мужчинами. Потому что в любой момент у вас может возникнуть новое чувство какое-то. Еще вам показывают так. Вы очень искренний человек. Вы даже где-то в чем-то наивны, как ребенок, и это замечательно, это прекрасно. Даже если вы выглядите как супербрутальная леди, железная леди, в душе вы ребенок с ранимой душой. Вы прекрасны. Оставайтесь такой. Пожалуйста. Не надо себя покрывать слишком толстым панцирем. Конечно, защитный панцирь должен быть у каждого из нас, но сохраните искренность в вашей душе. Она у вас волшебно прекрасна. Еще, кстати, если у вас есть дети, то вам могут сказать так, что обратите внимание на ваших деток, потому что они могут сейчас требовать вашего внимания более повышенного. Так что вот такой совет вам вышел. На дне колоды у нас вышел еще и Паш Пентаклей. Ждите каких-то известий. Здесь Паш Кубка вышел, здесь Паш Пентаклей вышел. Здесь мужчина этот может появиться неожиданно. Или же как-то... какие-то действия от него могут быть, от этого мужчины. Известия или какие-то действия, которых вы давно ожидали, к примеру, но они будут достаточно неожиданны для вас. Ну, в общем, вот так. Спасибо вам, мои дорогие, за то, что досмотрели расклад до конца. Буду очень благодарна за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Как всегда, желаю вам счастья, любви, добра, всего самого светлого, прекрасного, защиты и покровительства высших сил. Целую вас всех, очень люблю. Пока-пока, до следующего расклада.